большие изменения происходят в альвеолярных отростках верхней челюсти. У нас стираются у пациентов зубы, выпадают. И неизбежно у нас происходят изменения в нижней трети лица. Что у нас появляется? Носогубная складка, у нас появляются брыли, и изменяется овал лица. Это все за счет колоссальнейших изменений в костных структурах верхней и нижней челюсти. Ну, в таком случае мы советуем нашим пациентам обратиться к ортодонтам, к стоматологам для того, чтобы скорректировать все проблемы в ротовой полости –